Ваша честь, рядовой Дос кичится своими принципами, словно боевым орденом. Выражает презрение, не подчиняясь прямым приказам своего боевого командира. В то время как лучшие сыны Отечества жертвуют собой. Как ты? Хорошо. Суд еще продолжается. Да, сэр. Тогда иди и вручи им вот это. Не могу. Пускают только военных. Пусть один из них отнесет. Они не помогут. Они все против него. Есть лишь один вопрос, который военный суд задает обвиняемому. Вы отрицаете, что не выполнили приказ полковника Сангстоуна? Ну же, ваш ответ. Не отрицаю. Тогда к чему этот суд? Зачем вам армия, если вы решительно отказываетесь даже прикоснуться к оружию и исполнить долг? Когда японцы атаковали Перл-Харбор, это стало моим личным делом. Все мои знакомые записались в добровольцы, включая меня. Двоих парней в моем городе признали непригодными к службе, и они покончили с собой. Я работал на оборонной фабрике, у меня была бронь, но это нечестно. Неправильно, когда другие сражаются и погибают, а ты сидишь дома в безопасности. Я хочу служить. У меня есть силы и знания, чтобы стать санитаром. Я пойду в бой вместе со всеми, только они будут забирать жизни, а я спасать. Мир явно вознамерился разорвать себя на части, и что такого плохого в том, что я хочу его немного подлатать? Простите, сэр, туда вы нельзя. Вы не поняли, мой сын на скамье подсудимых. Я понимаю, сэр, но у нас у есть... У меня информация. Ваши чувства похвальны, но факт неповиновения приказам установлен, так что... Что-то мне еще за чертовщину. Уберите от меня руки! Пустите его! На вас форма Великой войны. Так и есть, сэр. Я хочу показать вам это. Со всем уважением, вы больше не служите в вооруженных силах и не можете быть допущены к слушанию. Значит, так у нас положено? Ты воюешь за свою страну, теряешь все, что тебе дорого, и на тебе ставят крест? Снял форму и потерял право голоса? Вы были в Лисе? Да, сэр, и в Беллвуд. Дважды представлены к награде. Да, сэр. Я так понимаю, вы его отец. Верно, сэр. Томас Дос. Тогда, как бывший военный, вы знаете, что есть законы, и они... Сэр, я знаю законы, и моего сына защищают законы, прописанные в Конституции. Я верю в них, как и он. Эти законы я и защищал в Европе. По крайней мере, я всегда свято в это верил, ведь если это не так, то я не понимаю, что я там делал, сэр. Спасибо, капрал Дос. Позвольте письмо. Вы свободны? Права гражданина, отказывающегося от военной службы, защищены законом Конгресса и не могут быть ущемлены. В данном случае это право не повиноваться приказу взяться за оружие. Подпись: бригадный генерал Масгроув, боевой командир, Вашингтон, округ Колумбия. Полковник. Я отзываю обвинение, сэр. Значит, дело прекращено. Рядовой Дос, вы вправе участвовать в боевых действиях, не имея при себе личного оружия для самообороны. Можете продолжить подготовку в качестве санинструктора. Где отец? Он сразу же ушел. Я просила остаться, знала, что ты захочешь. Я понимаю. Вернешься домой, скажи, я люблю его. Хорошо.